только горячей водой. И вот таким вот образом. Все, мы наливаем ведерко. Ведерко, естественно, идет на саму узел. Наливаем студень здесь для того, чтобы хотя бы ребенку у меня помылся. Хоть как-то умылся с утра. Горячая пора для 9 семей из многоэтажки на улице Бородина. С 24 сентября. Холодной нет. Ее перекрыли из-за протечки стояка. Труба, как определили представители управляющей компании, в предаварийном состоянии. Поэтому решили менять ее полностью с 1 по 9 этажи. В четверг нам спилили трубы. Причем в среду сказали о том, что будут ремонтировать весь стояк, но не оповестили всех об этом. Через срезную трубу воткнули. Вторую? Да, вот это 25-го диаметра. Зачем они ее туда воткнули? У нас натуральная была труба 40 диаметр. Они должны были через нее сделать 32. Они нам суют 25-й диаметр. Это первый этаж, где идет гидравлическое давление. Я что, на лодке, что ли, потом должна плавать? Особенность коммуникационной системы в том, что доступ к ней в кухне. Многие из собственников 9 квартир, связанных одной трубой, демонтировали шкафы и мойки. Правда, скорость производства работ по замене стояка не увеличилась. Произошло недопонимание между жителями управляющей компании. Несколько квартир в доме не поняли, что демонтировать свое личное имущество должны они. То есть люди думали, что мы снимем, допустим, кухонную гарнитуру, поставим его обратно. На этом этапе-то и прошло разногласие между жителями и управляющей компанией. На этом мы потеряли 2 дня на согласование. За счет средств, собираемых собственников, на содержание и ремонт жилья трубу холодного водоснабжения поменяют. Материалы закупили, вот только исполнители закрутили гайки жильцам. Появились специалисты по коммуникациям в начале этой недели. До этого это к инженеру, к нашему вопросу. Трубу хотя бы эту не сорвите в ресторане. Жильцы говорят, что горе хлебнули после смены управляющей компании. Произошло это около 2 лет назад. Как называется-то? Без проблем, да. Без проблем. Ну, поэтому проблем нет ни у кого, кроме нас. Мы пожалели, и же пожалели не мы. Мы уже собрали новые списки сейчас. Уже люди уже против этой компании, в открытую говорят. Уже собрали списки, все. Правда, это уже совсем другая история. Пока же с трубами необходимо решить проблему. Больше недели смывать в унитаз горячую воду и покупать для приготовления пищи бутилированную – удовольствие дорогое. После визита нашей съемочной группы в многоэтажку на Бородина замену стояка завершили. И поздно вечером в понедельник восстановили подачу холодного водоснабжения.